Итак, друзья, что касается смартфонов, у меня есть старенькие Android-смартфоны, значит, ну, допустим, Redmi Note 8 Pro или Redmi Note 7, вот, допустим. И я вот, знаете, о чем подумал? Значит, да блин, старые Android-телефоны держат намного лучше батареи, чем старые iPhone. Ну вот, скажем, iPhone 7. Вообще батарея нафиг чертям убита и, значит, постоянно выключается. Я не знаю, день проходит, и он просто выключается, все, сел батарея, ну, он там, ну, хорошо. Ну, короче, не день, может быть, чуть-чуть побольше, но просто феноменально быстро разряжается батарея, когда просто лежит смартфон и, соответственно, значит... потом медленно заряжается, это жесть. Опять же, Redmi Note 7, вот он лежит у меня в... и просто тоже без зарядки, он там неделями просто лежит, и все замечательно. Иногда беру, чем-то пользуюсь, закрываю. Феноменально. Но кто-то скажет, ну это Redmi Note, прошу прощения, это iPhone 7, вот он такой. Вот iPhone 11, друзья, iPhone 11, я думаю, что он неплох, но он тоже по сравнению с Android быстро разряжается, просто феноменально, даже когда просто сам по себе лежит. И это, друзья, это печально, я не знаю, для чего так делать, но если мы вспомним проблему с батарейками, да, на системах iPhone'ов, я помню, что был такой даже фильм, да, в котором рассказывают, что на первых айподах быстро разряжалась батарея, она была незаменяемой, и, соответственно, об этом даже был фильм. То есть я первым поднял этот вопрос, ныне очень популярный, не помню, какой это блогер, техноблогер из США, из Нью-Йорка, который на скейте катается, я не помню, забыл, как его зовут. Но он это поднял, тогда вопрос, и, соответственно, даже были суды и так далее и тому подобное. И вот это не просто, я так понимаю, это специальная политика компании Apple, чтобы вы покупали новое устройство. Ну вот, типа, батареечка разряжается, он уже, телефон уже не тот, и, соответственно, идите-ка и покупайте новый. Вот. Опять же, такого нет. У меня огромное количество старых, значит, андроидов, и все, у всех у них, ну, если... не идеально, да, батарейка прямо работает, хотя очень близко к идеальной и точно уж намного лучше, чем на iPhone. Вот это моя точка зрения. Напишите вашу, и, естественно, возможно, у вас будут другие случаи. Всем пока, до свидания.